Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытую головою, постыжает свою голову». Ведь идея-то какая? Он тут сопоставляет мужчину и женщину и говорит, как для женщины волос является естественным, так сказать, ее покрывалом, таким просто естественным, и заменяют подчас даже в чем-то одежду. Но одним словом, это естественно, так? То для мужчины, говорит, это неестественно, иметь такие волосы. Ну, такова была традиция, такого, видимо, было, в общем-то, по крайней мере, в эту эпоху, а может быть, это и всегда, затрудняюсь сказать. Хотя, правда, у Авессалома, вы знаете, какие были волосы? Длиннющие. Недаром же он так и погиб, своими волосами запутался, скакал на лошади, и зацепились волосы все, и его убили, он повис. Вот так. Но общая тенденция была такова, что мужчинам нечего тут с волосами иметь дело. Женщины, они украшают. Ну и пожалуйста. Я не думаю, что это какой-то закон, знаете, или что-то существенное, какая-то это действительно такая божественная, может быть, заповедь, не знаю уж. Но, по крайней мере, такой был твердый обычай, и что ж, это неплохо. Но я скажу, тут вопрос другой. Как быть вот сейчас? Мне лично, я могу тут нравиться, обычаи, наш обычай, что женщины в храм обязательно покрываются. В храм. И об этом, да, он пишет, для ангелов даже в другом месте пишет. Это некий знак. Вообще, вы знаете, необходимы некие внешние формы благочестия. Они помогают человеку. Посмотрите, у мусульман. Ну, войдите, это вы. Разуваться надо. Я помню, в Тадж-Махале, да, разулся. Выхожу, а ботинок нет. Ну, что вы думаете? А смотрю из-за пальмы, там выглядывает борода и смеется на меня, смотрит. Это я был с нынешним патриархом Ильей, он был тогда митрополитом. Он, значит, подтимлил мои ботинки и спрятал. Да. Нет, ну, обычаи действительно, пожалуйста, босиком. Только босиком можно. Так что я считаю, что это хороший обычай, который следует исполнять.